Операция «Автобус» начнется уже в эту субботу и продлится до 20 августа. Это значит, что за маршрутками и автобусами будет установлен жесткий контроль. В основном проверки осуществят на конечных остановках, автовокзалах и автостанциях. В соответствии с установленными требованиями будет учитываться не только техническое состояние и конструкция транспортного средства, но и также режим труда и отдыха самого водителя. Будем проверять конкретное техническое состояние транспортного средства, в которое входит комплектование ремнями безопасности, использование ремней безопасности сидений, установка, перепланировка салона. Все будет отслеживаться, и водители будут привлекаться к административной ответственности. Статистика неутешительна. За полгода по республике выявлено свыше 7000 нарушений. За последнее время особенно участились аварии с участием маршрутных такси. Нередко подобные ДТП обходятся без жертв. И виной тому не только невнимательность водителей, но и сильно изношенное техническое состояние самого автотранспорта. За 7 месяцев текущего года на территории Республики Бурятия по вине водителей маршрутных транспортных средств зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, при которых 51 человек получил ранения различной степени тяжести. 4 человека погибло. Организуют проверку технического состояния и школьных автобусов. За каждое нарушение должностные лица и водители будут оштрафованы и привлечены к административной ответственности. Мария Колчева, Булат Бадмаев, Новости дня.